Зона – это не просто необычное и опасное место. Это не только результат фатальной ошибки рискованного эксперимента. Это не часть мира. Зона – живой непредсказуемый и переменчивый мир со своими законами и правилами. Или без правил. Никто не может объяснить, почему зона такая, как она появилась и как изменяется. Нельзя понять зону с помощью логики и чувств. Ее можно изучить, измерить и описать. Но ее невозможно понять. Зона скрывает множество тайн, как своих собственных, так и принесенных извне. Искатели приключений, зовущие себя сталкерами, пытаются разгадать эти тайны. Некоторым удается, но большинство навечно исчезают в зоне. Но это не останавливает новых искателей приключений. Опасности только привлекают к себе все больше и больше беспокойных душ. Всем привет, друзья, с вами Александр, и это Сталкер Зов Припяти, Путь во мгле, модификация. Осмотримся и через колючку проникаем на кордон. Близ поста военных, насколько я понимаю. Вот и кордон, не вздумай геройствовать. В карауле и вояки шуток не понимают. Спокойно подходим, предъявляем документы и отваливаем. Легенду не забыл? Могу повторить? Так, нет, это лишнее. И помни, если что-то пойдет не так, то по этим липовым документам вместо зоны прямиком в ад попадем. Хотя не уверен, что лучше. Думаешь, заметят? Не должны, но все может быть. Вояки сразу огонь не открыли, это хорошо. В любом случае могут пальнуть, а потом скажут, что так и было. Такое здесь редкость. Даже легалов с пропусками мочили. Но надежда-то есть, надежда всегда есть, только, как говорится, шансов не густо. Еще в зоне нельзя спешить, каждый неверный шаг может стать последним. Да и неверный шаг тоже. Уяснил? А есть еще варианты. Как же, если вояки не на всю голову отмеченной зоны попадут, то денег потребуют, которых нет. Так что сделай морду лиса попроще и глазами не бегай. Смотри перед собой, но не сверли. Усвоил, усвоил. Ну что, двинули? Погоди минутку, документы проверю. Эх, чернила еще не просохли. Если размажутся при проверке, то нам хана. Ладно, постараемся аккуратней. Готов, готов. Вот такие пироги. Попадаем в зону недалеко от блокпоста военных. С липовыми пропусками. На которых даже чернила еще не высохли. Кто мы? Саван-одиночка. Хорошо. Посмотрим, что будет дальше. Да-да, я иду. Ты! Стоять! Стоять, не дергаться, кто такие? Мы по контракту военных. Порядка не знаете, документы к осмотру немедленно, если все стреляю без предупреждения. Вот, пожалуйста. Так, посмотрим. Разрешение пропуск не просроченный. Печать, подписи на месте. Вроде в порядке. А почему пешком? Где сопровождающий? Машина сломалась. Он с ней остался. Тут недалеко, пару километров. Решили пешком добраться. Дальше-то все равно не проехать. Когда эту рухлядь поменяют? Чем они там думают? Крысы штабные. Их бы сюда на денек. Ладно, держи свои бумажки. Проходи, спасибо. Не понял, чем этот руку измазал? Чернила, стой. Не прячь пропуск. Печать попала. Подделка. Ну, молитесь, падлы. Постой, не стреляй. Да, не прокатило. Не получилось у нас, но уже неплохо. Хорошо, мы через заборчик перелезли. Чё смотришь, урод? Думал, самый умный? Да я с такими, как ты, с утра с десяток расход пустил. Не стреляйте, дайте сказать. Что ты можешь сказать? Вы только что пытались проникнуть через охраняемый периметр. Я заработать хотел, давайте договоримся. Сколько надо? Сколько за жизнь своего подельника не жалко? Скажем, по пятихатке с каждого. По пятнахе с каждого. Это еще по-божески. Так, он пока при мне останется. Если кинуть вздумаешь, то я ему башку отрежу. Я говорю, понятно. Вот тогда зона для тебя глухим. Я постараюсь собрать нужную сумму. Столько у меня, сколько у меня времени. Может так, но учти, что попахать тебе здорово придется.
Если сочковать не будешь, то пару дней больше заработать. Только не вздумай сюда всякий хлам тащить, я принесу деньги. Да, диалоги были всегда не с сильной стороной сталкеров. Поэтому вот такие пироги. Что, все? Боец у нас остается. Игра сохранена за периметром. Так, хорошо, смотрим. Внешне. Внешне солнышко играет. Блокпост полностью изменен. И посмотрим, что у нас по заданию. Пойти через блокпост в зону. Да, надо по 15 рублей принести, чтобы выкупить своего подельника, как сказал главный у них. Не посмотрела, как его зовут, но не суть важно. Так, давайте посмотрим, что здесь. О, ремзона, да, смотрите, как класс. Я тоже когда-то под УАЗиком таким ковырялся. Ну ладно, сейчас не об этом. Отправляемся. Единственное, я думаю, кто выполнено, кто сможет нам помочь, это старый добрый Сидорович. Да, добраться до деревни новичков, найти безопасное место. Локация у меня прогружается. Кстати, модификация «Путь во мгле» очень требовательна. Так, я надеюсь, туда смогу еще вернуться. Они не начнут палить меня. Модификация очень требовательна в плане железа. Довольно-таки, кстати, долгие загрузки, чтобы прогрузилась локация. Ну, вот когда начальная игра на загрузке, у меня был выполнено. Поговорить с волком, первые копейки. Толку-то с тобой разговаривать? Толку с тобой разговаривать. Так, нож у нас есть, поэтому пойдем проверим старую нычку. Чик. Но ее здесь нету. Ладно, уже хорошо. Бинокль. Да, так, волк, надо? Привет. Ты волк? Че такое испуганный? Случилось что? Мужик, выручайте, срочно деньги нужны. Можете занять 30 тысяч, я все верну. Честное слово, ага. Да постой ты, успокойся, расскажи, что случилось. Блин, влип я, то есть мы. Мы с напарником на посту попались. У нас документы липовые, чернила расплылись. Пока вояки проверяли. Вот теперь деньги требуют. Или убьют моего напарника, а потом и меня, наверное, тоже. Сколько требуют? Я сказал, 30, по 15 штук с человека. Занять не займем, а вот возможность самому заработать мы тебе предоставим. Когда деньги принести, сказали. 48 часов уложиться надо, а иначе даже думать не хочу, что будет иначе. Не дрейф, все пучком будет, но медлить все равно не стоит. Мало ли, что они с твоим товарищем сделают. Ты, кстати, в зоне впервые. Ну да. А что, заметно? Еще бы, носишься тут как на пожарище. Ладно, хорошо, хорош базарить. Начнем зарабатывать. Начнем. Что надо делать? Есть тут одна горячая голова. Дуболомом кличут. Перспективный парень, да только резкий как понос. Все хочет быстрее всех сделать. Мутантов бить он в первых рядах, артефакты искать, без него никуда. Еще неделю тут не пробегал, а уже на свалку ушел. Опытным себя мнит, а сам совсем зеленый. Так я только сам с большой земли пришел, куда мне на свалку? Мне тоже еще рано, тем более я даже не знаю, где это. Ты не паникуй раньше времени, кто тебя на свалку не посылает. Здесь он уже, на кордоне. Пару часов назад он мне сообщение скинул, что возвращается в лагерь. Сказал, что нашел что-то интересное на свалке и хочет загнать Сидоровичу, торговцу местному. Вот до сих пор от него никаких новостей. Хотя идти тут минут 20. Что от меня требуется? Найти его. Да, желательно живым и невредимым, но если с ним что-то случится, то хотя бы рюкзак его притащи или какие другие вещи. А где искать? В последнем сообщении он написал, что хочет срезать путь через аномалию электричку. А нет, не через аномалию, а просто через электричку. Нашу местную достопримечательность. Начни поиски оттуда. А как туда добраться? Для начала тебе нужно преодолеть насыпь. Раз ты совсем так новенький, идти через туннель, что западнее элеватора. Только ты смотри в оба. Там хозяйничают братки. Собирают за всех плату за проход. Много берут? Смотря кто идет. С тебя сейчас нечего взять. Так что попробуем иначе договориться. Братва у туннеля за
Воротник принять любит, поэтому вот тебе бутылка. Нет, две бутылки, чтобы наверняка поставишь. Пацанам, думаю, пропустят без проблем. Обратно можешь через электричку вернуться. На вагон заберешься, прыгай на другую сторону. Других вариантов нет, что-то нет желания с ботками встречаться. Как же, конечно, есть под мостом, только там и опытные сталкеры и те опасаются. Что уже про тебя говорить? Там, говорит, аномалия жарко. Бандиты не тронут, не бойся, они совсем не идиоты, чтобы резать курицу, несущую золотые яйца. Мы сталкеры для них единственный способ заработка. Сами-то бандюки артефакты не ищут, зато 100% сталкеров имеют. Такие тут устои. Сталкерам легче платить, в конфликт не вступать. Да, невеселая ситуация. Ладно, я пошел. Спасибо за помощь. Пойду искать твоего потеряшку. Отличненько. Посмотрю я подвалы. В подвалах пусто. Может, здесь кто что оставил? Нет, здесь нам... Ничего никто не оставил. Хорошо. А может, стоит навести Сидоровича? Чтобы не бегать кругами, может, он какое-нибудь задание нам даст интересное. Так, здесь ящичка нету с аптечкой стандартного. Так, Сидор. Заперто что? Заперто на переучет. Ха, весело. Посмотрим. Так, по заданию. По заданию список заданий. Собрать деньги первые копейки. Пройти за ЖД насыпь. Найти способ перебраться за ту сторону. Здесь смотрим мутант. Здесь мутант. Это кто? Лагерь бандитов. Хорошо. Через электричку, говорит, прыгай. Ну, пока побежим к точке. Слушаю тебя. Да, тут недалеко. Поэтому выключать не буду. Также присутствует махание рук при беге. Где-то я уже это видел. Так, что здесь? Здесь аномалии, придется идти. А где болты? Болты вот. Стою прямо перед аномалией. Еще одна аномалия. Уже неплохо. Уже можно куда-то влететь, уже весело. Так, очередной. Нет, ничего. Уже просто так не побегаешь. Стамина, кстати, не уменьшается, насколько я понимаю. Так, вижу аномалию. Хорошо, как я близко к ним подхожу. Так, локация. Что с локацией? Локация прогружается. Так, и что, куда идти? Вроде рядом было. Что же так подлагивает у меня? Так, бандиты видим, но они к нам пока настроены неплохо. Давай поговорим, ты главный. А ну-ка, стал, чертыла, бля, на дуре, а я отвечаю. Позвольте ознакомиться с нашим преискурантом. Чё? Чё-чё, бабки гони, вот чё. Эм, нет у меня денег. Ну ты юморной, куда ты без бабосов собрался, дурень? Нет бабосов, нет снаряги, нет артов. А что там дальше? Нет артов, нет бабосов. Вот такой порочный круг называется. Врубился? Хе, давай-ка вали отсюда, пока цел. Потом еще спасибо скажешь. Тоже мне супергерой нашелся. Мужики, мне на ту сторону надо. Очень надо. Может, договоримся? Ну, типа я слушаю. Хе, надо ему. Мне, может, тоже похмелиться нужно. Так, возьмете водки, у меня есть. Хе, я смотрю, ты нормальный мужик. Давай свою водку сюда. Да только я тебе все равно не пущу. Хе, у меня еще бутылка есть. Держи. О как, ну ты прям кудесник, уважаю. Ладно, можешь пройти разок через туннель. А мы пока с братой, с братвой подлечимся. Все, вали, хе, я уже пошел. Все, проходи, не задерживайся. Так, все, ладно. Бой быстрее, что надо? Так. Хорошо. Спрячем.
Хорошо вы здесь организовали. Проходик платный. Сшибаете дань. Оба-на, смотрите, кто колеса катит. Ты на территории бандюков. Так, подкатывай перед трем. Нашел. Гоп, стоп. Так, какое-то задание. Что за задание? Успел я прочитать. История сообщений. Гоп, стоп, с логопедом. Это где? Вот природа, еп! Которым попросился найти его. Последний раз уходил на связь недалеко от электрички. Это лагерь бандитов. Логопед хочет предложить работу, проигнорировать его предложение или обсудить с ним детали. Хорошо, нам в любом случае нужны деньги, поэтому сейчас возьмем задание у бандюка, у логопеда. Посмотрим, что он может нам предложить, и потом сходим, поищем сталкера для волка. Так, ты мирный? Хорошо. Пока не стреляем. Так, привет, кто дома? Все свои? Логопед. Опа. Лысый, да? Ищешь кого? Прикольно у тебя рожа. Я пришел, что вы хотели? У меня к тебе предложение. Пойдешь ко мне в бригаду? Людей сейчас катастрофически не хватает. Ты человек новый в зоне, либо к нам, либо к сталкерам. Короче, везде беспредел. Каждый мочит, кого хочет. А мы живем по понятиям и других чтим. Так, на свалке все в порядке. Теперь очередь, ты можешь сказать половину, что твой... Так, отвоевали, так. Я бы не против на тебя поработать, а в бригаду не зови, одиночка. Я всегда мечтал пацанской романтики, нет. Нам нужны деньги, но мы не будем никуда вступать. Одиночка мы, и пока давайте так. Насильно заставлять не буду, работенку мне всегда найдет. Слушаю. Сталкера вольнуть надо, он с хабаром тащится с темной долины. Хлопнешь его, а хабар можешь себе ставить. Плюс я тебе заплачу, сверху идет, да без проблем. Ограбить сталкера. Координаты скинул. Оружие у тебя есть, так что проблем не будет. Жду с прия. Хорошо. Я быстро справлюсь, жди. А по торговле что у вас? Так, и гоп-стоп сталкера. Устроить заставку на сталкеру, возвращающую сходки. База сталкеров. Хорошо, но сначала мы пойдем... Найдем горе сталкера Дуболома по заданию волка. А потом посмотрим, что там за сталкер и нужно ли его валить. Так, а почему нельзя было пройти, не переходя через насыпь, я не понимаю. Наверное, там обнесено колючкой все. На фонарик нет батареек. Ну ладно. Лишняя экономия денег. Не такая будет головная боль по поиску батареек и освещения. Хотя батарейки прибавляют реальности, да, игре. Батарейки, еда, вода, питье. Так, смотрим, какое-то укромное местечко. Здесь должен быть или сталкер, или труп. Сталкера нету. И трупа я тоже не вижу. Так, и что здесь? А, вот рюкзак, да. Так, что за звуки? Вах. Взять все. Хорошо. Первые копейки. И кто-то там уже... И кто-то там уже... Это кабан. Так, мистер кабан. Черт у кабана. И вообще-то нужно в бок стрелять. Так. Все готово. Почему не лутается? Неизвестно. Так, и интересно, как мы будем теперь проходить? Денег у нас 30 рублей. Патронов осталось немного. Хорошо.
Нам нужно вернуться к волку. А, он говорил, прыгай на электричку, да? То есть как-то можно было все-таки сюда пробраться. Вон, смотрите, вагон. И перепрыгнуть через забор. Так. Через забор. Смогу я здесь подняться? Что-то у меня нет, есть. То есть это, как я понял, разгонная площадка, да? Так. Или все-таки нужно... Нет, смотрите, есть дыра в заборе. А что он говорил про электричку? Слушайте, ну я не знаю, что здесь или нет. И здесь я не залезу. Вот есть лестница. Да, хорошо. Так, спокойно. Электричка знакомая, там была... Был монстр. Все, есть. Но обратно так не получится, скорее всего. Потому что... Хотя зачем нам обратно? Нас братки должны так пускать. Правильно, если мы... Мы как бы на них не работаем, но и... Но мы выполняем их задания. Так, смотрю я. Что здесь у нас? Здесь, наверное, будет забор. Здесь есть забор. Но к заданию надо идти по дорожке, да? Убить или отпустить сталкера? Конечно, отпустить. Какой убить? Я не собираюсь никого убивать. И не собирался никогда этого делать. Стой, мужик. Приветствую, здорово. Выворачивай команды и выкидывай атак, если нет. Не понял, что за... Ты тут понимаешь, отдавай хабар или помрешь. Так. Хорошо, вот держи, вот артефакт, только у меня полторы, ну не знаю, хватит тебе. Так. С рук тебе не сойдет, давай вали, пока живой. Ну ты лошара с простым делом справиться не мог. Так, что произошло? Плата собрать деньги, первые копейки. Это что у нас за задание? Отдать волку, либо оставить их себе. То есть, в любом случае, я возвращаюсь к волку. Сталкер, видим, побежал в лагерь новичков. Или он сейчас, скорее всего, побежит на АТБ, предупредить ребят. Я все-таки за свой наезд. Так, это что у нас? А свойства не изучены, да? То есть надо изучать будет свойства. Нет, смотрите, есть сталкеры, но они не враждебно ко мне настроены. Гоп, стоп, мы, так сказать, совершили. А ну-ка, здесь есть проводники? Так, зашел я не с того ракурса, не с того входа. Так, проводники. Ну, это ремонтник, техсервис, понятно, пока рано что-то ремонтировать. Не в настроении я нынче трепаться. Так, ты кто? Расскажи о себе, не надо. Выброс? Ты кто? Слушай, устал я. А, не вот этот мэн. Так, они прячутся от выброса. Ладно, ребят, я думаю, на этом закончим серию. Мы с вами больше никуда не пойдем, потому что сейчас выброс. Я останусь здесь, поиграю в бильярд вместе со сталкерами. Только не зажимаем меня в углу. А с вами был Александр. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.